Одинцовский округ является одним из пилотных муниципалитетов по реализации областной программы создания небольших детских садов. Их предполагают открывать там, где нет участков земли для нового строительства, а очереди в дошкольные образовательные учреждения велики. Мини-сады не требуют большой территории. Их можно размещать на первых этажах зданий, где есть отдельный вход. В 2021 году на территории муниципалитета запланировано открытие сразу 6 малых детских садов. Они помогут создать 615 мест.